Симптоматично, что именно китайские коммунисты стали сейчас, по сути, единственной палочкой-выручалочкой глобального финансового капитализма. Китай сохраняет жесткую систему валютного контроля, позволяющую держать неконвертируемый юань на заниженном, как считают те же американцы, уровне и осуществлять кредитную накачку экономики, не опасаясь утечки капитала. А главное – осуществлять масштабные государственные инвестиции в проекты развития – промышленность, энергетика, переброска рек. На такого рода вещи, а также на строительство предприятий промышленных, ушла основная часть китайских инвестиций. То, о чем люди думают с ужасом, это где рынки для вновь созданных предприятий. Их нет. То есть разговоры о том, что китайцы дико развили внутренний рынок и за счет этого обеспечили себе столь необходимый им рост, компенсируя падение экспорта, эти разговоры наивны. Если у вас средняя зарплата $100, а подавляющая часть не получает и 30, то даже если увеличить доход вдвое, пусть втрое, он все равно не купит, например, автомобиль. В Китае те, кто покупает автомобили, это либо те, кто сам продает что-то в США, либо те, кто работает на тех, кто продает в США, либо же те, кто получает кредиты от китайского правительства, от денег, заработанных от проданного ранее в США. В Китае, между прочим, колоссальная норма сбережений, поскольку пенсионной системы нет и вообще социальная структура не развита. Для того, чтобы китайцы начали покупать, они должны прекратить сберегать и начать брать кредиты. Это, извините, вторая культурная революция. Доллары попадают в Китай. Китай должен бы доллары все стерилизовать, то есть скупать по фиксированному курсу, выпуская против них свою национальную валюту, юани, соответственно, производя себе инфляцию. А инфляция Китаю не нужна. Поэтому Китай эти деньги не стерилизует, а утилизирует. Он покупает на эти доллары американские казначейские бумаги. То есть отправляет эти деньги назад в Америку. Федеральный резерв мог бы взять, просто напечатать деньги и купить на них облигации федерального правительства. Это была бы монетизация долга, да? А он делает это через прокладку. Он это отдает финансовому сектору, покупает у них плохие долги или дает им кредиты. Они с этим бегут в Китай, инвестируют. Китай присылает эти деньги обратно и покупает облигации. Соответственно, федеральный правительство США может выпускать еще больше облигаций на рынок и финансировать свой возрастающий дефицит, пару войн, налоговые льготы, там, программы по бесплатных лекарств для пенсионеров и так далее за счет вот этого возрастающего дефицита. Китайцы деньги пришлют. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На Сагину не нужен нож, ему покажешь неведомый груз. И делай с ним что хочешь. Лаптопу-дипу-дудай, лаптопу-дипу-дудай. Китайцы, например, безусловно, те самые жадины. И именно жадность заставляет их заботиться о своих огромных долларовых резервах. Но именно поэтому не надо китайцам показывать медный грош. У нас был вице-президент Чейни, который сказал бывшему министру финансов, что президент Рейган доказал, дефицит не важен. Но он забыл добавить, не важен, пока китайцы покупают ваш долг. Если они прекратят, а они все время этим озабочены. Они интервьюировали меня несколько раз и определенно весьма беспокоятся о том, сколько они потеряют, если упадет доллар или подскочат ставки по долговым бумагам, которыми они владеют. Так что это проблема, с которой они рано или поздно могут что-нибудь сделать. Но ставить успех или крах системы в зависимости от настроения китайского правительства плохая идея, и это вызывает неуверенность. Несколько лет назад я публиковал в журнале Fortune историю про Скупердяйск и Разгильдяйск. Люди часто относятся к экономике легкомысленно. Я подумал, что было бы забавно это проиллюстрировать рассказом о двух островках, на которых люди придерживаются противоположного образа жизни. Общий смысл таков. Если у тебя много собственности, остров в данном случае, ты можешь ее распродавать в обмен на еду и прочие нужные вещи. И делать это довольно долго. Но когда вся собственность распродана, тебе придется работать вдвое больше, чтобы не просто себя прокормить, но и расплатиться с долгами. Краткосрочные действия имеют длительные последствия, о которых люди не задумываются.
Китай получил возможность создать крупнейшую производящую экономику в мире. Финансовые воротилы нарастили свое номинальное богатство. Однако Америка лишилась рабочих мест. Вместо этого она получила возможность субсидировать потребление и имитировать полезную трудовую деятельность за счет неимоверного раздувания финансового рынка. Доля ВВП США от мирового составляет около 20%. При этом доля США в мировом потреблении – 40%.